Друзья, приветствую! Вы на канале Adam's Channel. Хочу вам сегодня показать один старенький сайт, но очень хороший сайт, мне он очень нравится. Сразу скажу, что на данном сайте я зарабатываю с вложениями, да. То есть я сюда вкладываю криптовалюту и зарабатываю ее. Итак, о каком же сайте пойдет речь? Это CryptoWin. Друзья, давно работает данный сайт. Я его рассматриваю как инвестиционный проект, то есть я сюда вкладываю и потихонечку отсюда снимаю. Сегодня в данном видео я вам подробно расскажу, как на нем зарабатывать. То есть, если вы хотите вкладывать, то есть хотите зарабатывать вложениями, тогда смотрите данное видео. Если нет, то тоже, в принципе, можете посмотреть, но заработок без вложений на этом сайте небольшой. Сайт, он работает давно, уже с 2020 года. Вы можете посмотреть, пролистать вниз, 2020-2022. То есть, 2 года данный сайт работает. Этот сайт я рассматриваю как проект с инвестициями, и поэтому предупреждаю, что если будете инвестировать, то инвестируйте только с умом. И только ту сумму, которую вам доступна, и вы можете позволить себе ее потерять. В случае негативного сценария. Итак, друзья, на сайте можно зарабатывать очень просто. Вы вкладываете биткоины, и от вложенных средств вы получаете проценты в течение определенного времени. Давайте посмотрим, как это делается. Заходите вот сюда, Earn Interest. Значит, здесь вы покупаете акции. Каждая акция стоит 1000 биткоин сатоши. И каждая акция в течение 180 дней вам будет начислять проценты. А именно 0,7% в день вы будете получать от каждой акции в течение 180 дней. В итоге вы получаете 126% по истечению срока. 180 дней – это у нас получается полгода. То есть где-то 6 месяцев. Чтобы посмотреть, сколько вы сможете заработать, есть такой калькулятор. Вот он, профит-калькулятор. Сюда вы вписываете количество акций, и он вам высчитывает, сколько вы будете получать в день, в неделю, в месяц и общий тотальный профит. Вот вы здесь все видите. И для того, чтобы покупать акции, вам нужно сделать депозит. Для этого мы переходим в дэшборд. Нажимаем «Депозит», и здесь вы можете выбрать способ сделать депозит либо напрямую, либо с FastPay. Очень удобно делать с FastPay. Вот смотрите, у меня на балансе есть 7275 биткоин сатоши. Но сейчас я сделаю еще один депозит, чтобы вам показать, как это делается. Нажимаем «Депозит». Выбираем FastPay, нажимаем «Deposit with FastPay». При этом ваш FastPay должен быть открыт. Так, сколько я инвестирую? В сатошах 1000. Нажимаю депозит. Видите, он пишет «You must be logged», проверяет, что вы авторизованы. Далее предлагает способ депозита. То есть вы можете, например, использовать не только биткоины, но и другую криптовалюту. Да? То есть не обязательно именно биткоины, но уже на сайте они конвертируются в сами биткоины. Я буду платить, естественно, с биткоина. Вот, выбираю биткоин, 1000 биткоин сатоши и нажимаю Complete Payment. То есть это в том случае, если у вас нет биткоина на счету в FastPay, можете использовать другую крипту. Итак, депозит сделан. Все очень быстро, все очень просто. Давайте посмотрим в дэшборде. У меня было 7000, стало вот 8275 биткоин сатоши. И теперь на все эти 8000 биткоин сатоши я буду покупать 8 акций. То есть каждая акция по 1000 биткоин сатоши. Чтобы это сделать, я нажимаю Earn Interest. Далее вписываю количество акций, которые я хочу купить. То есть это 8. Вот они 8. И нажимаю Buy Shares. Это общее количество моих акций, которые есть на текущий момент. То есть у меня получится 42 акции. Ну вот, 42 акции, как видите, теперь у меня на балансе.
Чтобы посмотреть, сколько у меня получится общий профит, я вписываю сюда 42 акции. И, как видите, total profit составляет 52 920 сатоши. Но также нужно учитывать, что я уже часть процентов, которые накапали за акции, я уже их вывел. Это тоже нужно учитывать. Что вот здесь написано? Total income. Total income – это общее количество, сколько я уже заработал от своих акций. А вот сколько вывел, можно посмотреть в дашборде. Вот сколько я вывел с этого сайта. То есть уже какую-то часть я вернул. Какую-то часть. Ну вот. Значит, вывод здесь очень простой. Нажимаете сюда «Выздоровел». Вывод составляет от 200 сатоши, если выводите на FacetPay. Если напрямую, то придется копить 15 тысяч сатоши. Комиссии на вывод нет. Я выводил всегда на FacetPay. Вот здесь указан мой адрес от FacetPay. Его можно поменять вот здесь в Change Wallet, в настройках. Ну, а здесь выбираем FacetPay. Нажимаем сюда и выбираем FacetPay. У меня сколько сейчас на балансе? 275, да. 200 сатоши это минимум на вывод. Ну, давайте их выведем. Давайте выведем. Для этого также нужно ввести пароль от аккаунта CryptoWin. Вот. И теперь нажимаем withdraw. Это закрываем. Как видите, your payment has been sent. То есть моя выплата успешна. Друзья, я этому сайту доверяю уже довольно долгое время. Но также понимаю риски, что в любой момент может все закончиться. Вот 275 сатоши, давайте их проверим. То есть вывод. Итак, я на FacetPay, как видите, CryptoWin, 275 сатоши. Я так понимаю, этот сайт, он прямо вот напрямую связан с FacetPay, раз здесь есть депозит, то есть он такой моментальный депозит, он не приходится ждать. Вот, и, соответственно, вывод тоже моментальный. Вот так, собственно, можно на данном сайте зарабатывать. Теперь такой момент. Если вы будете приглашать сюда партнеров, и хотите получать от них начисления реферальные. А какие это начисления? Вот посмотрите здесь. Referral commissions от крана 50%. От инвестиций 1%. From every share which your referral buys. 1% от покупки инвестиций. Ads view 10%, то есть от просмотра реклам. И offer wallet 10%. Вы скажете, что за кран, что за серфинг? Да, здесь есть еще возможность зарабатывать без вложений, но эта возможность небольшая. Есть у нас вот такой кран здесь, вот reward. Кран, он каждые 15 минут вам может дать от 1 до 4 сатоши. И также есть серфинг, то есть view ads. Вот здесь внимание, если вы хотите получать начисления от рефералов, в день вы должны смотреть минимум 2 рекламы. Вот здесь написано, you must view at least 2 advertisements if you wish to receive from your referrals tomorrow. То есть, если вы хотите получать начисления за рефералов, вы должны посмотреть 2 рекламы каждый день. Если вы не посмотрите, то, соответственно, реферальные начисления вы не получите на следующий день. Ну вот здесь 5-4 сатоши. В принципе, неплохо можно собрать, но сейчас я этого делать не буду. Лично я, друзья, данный сайт рассматриваю не как кран, а как инвестиционный проект, где можно зарабатывать, вкладывая деньги. Ну, вкладывая криптовалюту в данном случае, да? Потому что здесь мы именно криптовалюту вкладываем. Ну что, друзья, вот такой сайт CryptoWin. Заработок биткоинов с вложениями. Вкладывать сюда или нет, решать вам. Но помните о правилах инвестиций. Да, и еще момент. Не вкладывайте все деньги, которые вы готовы вложить в один проект. Вот этого делать ни в коем случае не надо. Пусть это будет часть вашего бюджета, но ни в коем случае не все. В таком случае вы минимизируете потери. Это так называемая диверсификация ваших вложений.